Еще один двор-счастливчик. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был отремонтирован двор дома номер 13 в микрорайоне ТЭЦ-3. Жители, что называется, вовремя подсуетились и подали заявку на участие. Со следующего года порядок изменится. В программу войдут придомовые территории, которые по итогу инвентаризации признаны неудовлетворительными. Один из главных критериев – ненадлежащее состояние асфальта во дворе. В этом, кстати, обновили не только дорожки. Подрядчик благоустроил газон, высадил кустарники, установил лавочки и урны. Жители довольны. Теперь ждут, не дождутся весны, чтобы полюбоваться обновленным двором. Весной все подкорректируется, потому что в октябре началась эта программа, в конце сентября, и погодные условия мешали, чтобы что-то так это сделать. Так вообще-то все хорошо.